витрине Лос-Анджелес. Here's for credit card payment. This screen. If you have a cash, it's around $10. Yeah. Yeah. Okay. Thanks. Credit card works also. Yeah. Credit card work also, but if you have a cash, please pay the cash. Okay. If not, it's okay. Okay. Huh? Accent? Yeah. Where are you from? Russian, Armenian, sir. А я сижу, говорю, наверное, или русский, или из Армении. А вы из России, да? Я из России, муж американец. Откуда из России? Калининград. Это Балтийское море. Я там служил. Знаете, в каком году? Нет. 68 по 70-й. Ух ты. Калининградской области, город Черняховск. А, Черняховск. Ну, там не флот, там армия, да? Там армия, ага. Да, там армия. Знаю, флот, Черняховск. Угу. 2 года. Ух ты, классно. Черняховские. Сначала высадили в Калининград. Угу. Нас. Потом в Гусев повезли. А с Гусева в Черняховск. Понятно. А из Армении откуда? Из Еревана. А у меня подружка была из Ленинакана. Из Ленинакана? Ага. Вот так вот приятно. А давно здесь живете, в Америке? В Америке? Да. С 88-го. Ух ты. И вся семья здесь, да? Только жена, я с женой, mm-hmm. и дети со мной. А родители не забирали? Мои родители умерли, а сестра, брат и все остальные в Армении. Понятно. Ну, навещают же вас, да? Приезжают сюда, в Америку? Да, да, мать приезжала 2 раза, сестра приезжала 2 раза. Приезжают. Но, конечно, за мой счет они приезжают. Ну да. А вы здесь где живете? Десять минут от отеля, и мы вот на станции железнодорожной. Это старое здание. Так что мы уезжаем прямо из самого Лос-Анджелеса. Не надо нам никуда ехать автобусом до какой-то станции. Такой вокзал. Сейчас внутри посмотрим, что там.
такой вход. Ой, потолок такой, как в кабинетах старых. Ой, какой красивый. Ой, как церковь прям. Вы меня слышите? Ой, пахнет вкусненько. Вот и это. Бар? Я чувствую. Чувствую, пахнет вкусненько. Тоже есть и с мраморными полами. Но все равно красивые. Вот это? Art Deco. Built? I think built around 1920. 1920 году где-то. Такая люстра. Большая на самом деле. Такие своды. Опять ресторанчик. А Наташа показывала сына. Сына билет покупали. Не было ничего. Мест для употребления пищи. А, нет. Джей, you're wrong. I'm wrong. Now I'm right. Now I learn. 39-го года. В 14-м году было 75 лет, а сейчас... Вот считайте сколько. 76. This is like museum. А здесь вот видите кафешки, рестораны, магазинчики. Bottom line, Coach Starlight on time. Такие мягкие сиденья. Кресло. Так вот, сядешь, уснешь и пропустишь свой поезд. Твой полы прям с руками. Жень мне так показывает прямо, типа, расписание на табло. Ну, вообще. Вот у них представление. Вот был последний раз там. Ну, то, что самое в Москве, это одно, там, почему там 2-3 дня по куринкам. Где-то был в 90-х, саму разруху. Думаю, это у нас до сих пор так. А у нас, извините, тоже не хуже. Вдруг раз мне что-нибудь показывают, ну, я это как говорила. Ой, у нас тоже так. Он такой, да? Думает, наверное, я прикалываюсь. Не верю, что у нас в России тоже уже прогресс какой-то. Ой, куда-то меня ведет. Такие формы у них у станционных смотрителей. А это прямо как переход в метро. Это далеко. Видимо, к поездам. Вот можно ездить на такой тележке, не обязательно быть инвалидом. Просто вот хочешь, поехал. Не хочешь жить лично. Это и в магазинах так передвигаются некоторые. Ой, как пахнет вкусно. Ой, выпечкой свежей. А это вот можно самому билет купить. Тоже опыт не пропьешь. Стояла там вот вдалеке, чувствовала, прям выпечкой несет. Несет свежей выпечкой. А вот тебе и бейкери. Не проходим мимо, но я держим себя. Держим. Вы же помните, девчонки, мы же умеемся в руках держать. Ой. Можно вот, не знаю,
багажа, погрузить, тебя отвезут, я так думаю. А в некоторых аэропортах на таких машинках тоже возят пожилых людей. Автобусики такие. Мало того, что на креслах, еще вот в автобусик открытый такой посадят. Это, кажется, на Гавайях ела. Точно не скажу. Сейчас мы на лифте поедем к нашему поезду. С первого этажа на второй поднялись на лифте. Ой, а это что такое? Багаж был сдавать. Нифига себе. Hello. You, you're like, you're two things that, my God, I can't do that. Здесь будем ожидать своего поезда. Это мы как бы сдали багаж, а его потом нам в номер принесут. В нашей купе. Можно здесь посидеть, ждать, коротать время. А можно погулять вокруг. Вот так как здесь приятненько. Типа зал ожиданий. Тут телек большой. Можно выпить апельсиновый сок. Какие-то куки. Все бесплатно. Можно кофе. Ты такой, типа, не снимай меня, а сам так лезет со своими вот этими поговорить на публику. Сиденье с такими вот столиками для компьютера. Second choice is maybe it goes to their home in Los Angeles. Здесь работает. Работяга мой. And last choice is it goes to me. Это мои резаные наружники. Да? Или кто это? Скоро. Рельсы вроде укладывают. Такой прикольный на самом деле вот эта девочка. Работник такой манерный. Не зря на иную клубу рубашки. Закрылся. Такой, прям у него манеры такие. Понимаете, какие. Не буду его смущать, лучше картинки вам покажу. Это на поезд счастья. Ой, на паровозик похож из мультика диснеевского. Саша не любил про паровозик мультик этот. У нас даже мыльница есть диснеевская. Все, у нас Кремль покупала. Я ее даже сюда привезла. Надеюсь, меня слышно. Проходит рассказывать. Через 10 минут будем выдвигаться. Track number 10. Учим английский.